2023 году в Карачаево-Черкесии был собран рекордный по объему урожай зерновых. Глава Рашид Темрезов обозначил перспективу развития сельского хозяйства. Правильно сделанный выбор отвечает за качество жизни и достойное будущее. В Черкеске состоялась 29-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи не только. Свои дипломные работы защитили выпускники колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Оригинальные мотивы и классические театральные приемы. Музыкальный спектакль окунул зрителей в удивительный мир зазеркалья сказочной повести «Алиса в стране чудес». Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Дарья Тендит. В 2023 году в Карачаево-Черкесии был собран рекордный по объему урожай зерновых. За последние 5 лет составил 540 тысяч тонн. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на ежегодном послании Народному собранию. По отношению к 2022 году сбор урожая вырос на 40%. Для дальнейшего повышения качества выращиваемых культур и повышения урожайности Министерству сельского хозяйства необходимо организовать работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями по увеличению площади искусственно орошаемых земель до 2030 года на 4000 гектаров, заявил Рашид Темрезов. Он также отметил, что особое внимание уделяется развитию системы сельхозкооперации. С помощью мер господдержки укрепили материально-техническую базу современным оборудованием. Осталось увеличить объемы реализации продукции и дополнительно вовлечь кооперацию порядка 500 участников. Кроме того, Рашид Бориспевич рассказал, что для начинающих фермеров в рамках реализации грантовой поддержки агростартап малого и среднего предпринимательства в 2023 году создано порядка 45 постоянных рабочих мест в сельской местности. На эти цели направлено 68 миллионов рублей. Правильно сделанный выбор отвечает за качество жизни и достойное будущее. В Черкеске состоялась 29-я конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения политической партии «Единая Россия». О том, какие важные вопросы и задачи были поставлены для будущих депутатов и про сам этап голосования, расскажет Майя Хамдохова. Приветствуя участников конференции, спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов напомнил, что «Единая Россия» была и остается единственной партией в стране, которая отбирает кандидатов в депутаты путем предварительного голосования. По словам секретаря регионального отделения партии, при выдвижении списка очень важно опираться на поддержку избирателей. В этом году участниками стали действующие депутаты, участники СВО, представители здравоохранения, образования, спорта и культуры. В ходе доклада «Единая Россия» указала главные ценности для партии. В приоритете – благополучие жителей республики, качественное образование, социальная защищенность, достойная оплата труда, здоровье и долголетие. Сегодня, в период важной избирательной кампании, наша задача – заручиться поддержкой и получить убедительное большинство в региональном парламенте. Поэтому и действующим депутатам, и тем, кто идет на выборы, предстоит активная работа с населением. Надо идти в народ, встречаться с избирателями, быть рядом с человеком, жить его проблемами, а не давать пустых обещаний, а после отработать все вопросы. После речи депутата Народного собрания делегатам конференции предстояла важная задача – проголосовать за список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы. Делегаты определят путем тайного голосования за данный список, они голосуют либо против. То есть в случае набирания большинства голосов данный список конференция утвердит, и уже мы пойдем с этим решением в избирательную комиссию Карачаево-Черкесской республики. Более 48 тысяч жителей проголосовало за будущих кандидатов. Среди голосующих были и участники специальной военной операции, для которых особенно важно было понимать, что их слышат и решают их вопросы. Конференция интересная. Я первый раз с такой конференцией. Идеи здравые. Как бы для нашего государства, для нашей республики. От послания президента все детали, которые он выложил, я прослушал. Как бы идем с ногу со временем. По завершению конференции в итоговый список вошел 71 кандидат. По решению Генсовета партии «Единая Россия» его возглавил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По итогам тайного голосования список был утвержден единогласно. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия».
В Карачаево-Черкесии продолжаются мероприятия, посвященные Дню медицинского работника. В Республиканской филармонии чествовали сотрудников многопрофильного поликлинического учреждения города Черкесска. В этот день со сцены звучали поздравления в адрес врачей, медицинских сестер, представителей наркологического диспансера, Центра здоровья, СПИД-центра и многих других. Почетных грамот и благодарности удостоились и те, кто отвечает за состояние кабинетов, оборудования и наличие препаратов. Ведь в деле обеспечения здоровья население важен труд каждого человека, о чем напомнил и главный врач поликлиники Зураб Гогушев. Я хотел бы вас всех поздравить с этим праздником, с нашим праздником, Днем медицинского работника. Я считаю, что этот праздник должны отмечать не только медицинские работники, а все люди на этой планете, потому что жизнь у каждого из нас начинается со встречи с медработником при появлении человека на свет, да, всю свою жизнь он сопровождает так или иначе с определенным промежутком времени, опять же, с этими встречами с медицинскими работниками, пусть будет это детство, юношество, да, взрослое состояние. Я думаю, без нас, без медицинских работников, было бы все гораздо хуже и плачевнее. Продолжаем выпуск. В ауле Кумыш Карачаевского района прошли массовые народные гуляния, посвященные празднику Курман-Байрам. На торжествах были игры, состязания и, конечно же, дух всеобщего единения и большой пир. Особое внимание организаторы постарались уделить устройству праздника именно для детей. Для самых маленьких весь день в свободном доступе были всевозможные сладкие угощения, а также работали различные аттракционы. Ну а те, кто постарше, могли участвовать в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Вопросы викторины были связаны с историей, нормами исламской религии. В жюри конкурса присутствовали зарубежные гости из числа преподавателей известного египетского университета. Он благодарен всем и говорит, что они причина того, что Всевышний Аллах объединил их сердца, то есть имеется в виду, это может сделать только один лишь Всевышний Аллах, субхану ва тааля, объединить сердца, объединить всех людей этой деревни, и чтобы они все забрали села в этом прекрасном празднике. Есть люди, которые живут в селе, не видят друг друга месяцами, годами. Этот праздник позволяет им встретиться с друг другом. Еще больше сплачивает, объединяет людей. В Карачаевске в торжественной обстановке сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации девушке, достигшей возраста 14 лет. Она вместе со своей семьей в декабре 2023 года была эвакуирована с территории Палестины. Теперь подросток обладает всеми правами гражданина Российской Федерации, гарантированными Конституцией нашего государства. Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи не только. Свои дипломные работы защитили выпускники колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Изделия выполнены руками талантливых юношей и девушек в разных техниках. Работы оценила и наша съемочная группа «Вестей» и Алла Динаева. Защита дипломных работ отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова – праздник не только для выпускников, их родных и преподавателей, но и для всех тех, кто любит творчество. Наши кропотливые работы под руководством Анны Владимировны и преподавательского состава. Дорогие родители, спасибо, что вы выбрали такой путь вместе с детьми. И уже по сложившейся традиции это мероприятие проходит в картинной галерее музея-заповедника. И зав. Отделением декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств Эмала Пугова поблагодарила директора музея за предоставленную площадку, а родителей за поддержку детей в учебе и творчестве. «Не волнуйтесь, покажите все, чему вы научились», – напутствовала выпускников перед защитой дипломных работ Эмма Владимировна. Кавказские сувениры в духе традиции представила выпускница колледжа Енита Кузнецова. Я исследовала различные виды сувениров от древнеегипетских статуэток до современной керамики, от японских ваз до русских игрушек. Я изучала форму, орнамент, стилистику и как эти сувениры можно применить. Роспись по дереву, ширма «Живая связь времен», дипломная работа Виктории Виловатой. Полгода вместе с учетом с эскизами, пока все одобрили, пока процесс росписи, да, примерно полгода кропотливой работы. Наши преподаватели замечательные, без них отделение не было бы такими прекрасными, поддерживали всегда нас, всегда верили в нас, все наши идеи, все одобривали.
сувенирные куклы в национальных костюмах, продумав и учитывая все детали, изготовила Дана Батагова. Моя работа называется «Мой Кавказ», тема «Горелев, охота сокола». Это я тем самым хотел показать, что раньше адыги использовали сокола во время охоты, чтобы их пускали на добычу, которую они хотят поймать, вот, скажем. На данной моей работе показано, как сокол нападает на кроликов, а сзади стоит его хозяин на коне. Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи не только, а дипломные работы выпускников колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова выполнены в разных техниках. И все они завораживают. Такой замечательный выпуск. 21 человек. Это много. При плане у нас вообще 12 было человек план. Мы набрали 30, а до конца дошли вот 21. Ну, за 4 года. Ну, так приварились, так припекли, что отрываю от себя просто. Я горжусь. Я горжусь вот каждым выпускником сегодня. Это готовый мастер, что мы за 4 года научились столькому. Мы спокойно отпускаем их в жизнь. Они будут себе зарабатывать, они будут нашу республику украшать. Если наша республика позаботится, чтобы они не уезжали отсюда, нужно создавать, конечно, промыслы, сувенирные промыслы, чтобы наши выпускники там работали. Мы за 32 года уже выпустили больше 300 специалистов. А многие уезжают отсюда, потому что негде работать. Мы насытили все художественные школы, общеобразовательные школы, рекламные агентства. Но надо двигаться дальше. Поэтому мне хочется увидеть это будущее. Дипломные работы выпускников выставлены в картинной галерее, и их можно посмотреть до 1 июля. Алла Динаева, Муминат Ешерова, Михак Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Оригинальные мотивы и классические театральные приемы, которые стоит посмотреть всем, кто неравнодушен к отличной музыке и ярким сюжетам. Мюзикл «Алиса в стране чудес» по мотивам сказочной повести Льюиса Кэрролла был представлен зрителям Карачаево-Черкесии, которые смогли оценить авторские замыслы режиссера-постановщика. Среди них была и Фатима Даурова. Мы пришли посмотреть мюзикл «Алиса в стране чудес». Нам вообще нравится представление, которое здесь показывают. Все время уходим в восторге и думаем, что сегодня тоже получим удовольствие. Потому что и произведение само нравится, оно вообще чудесное, конечно. Но надеемся, что эмоции от мюзикла тоже будут такие же. Прежде чем окунуться в атмосферу мюзикла, зрителям, среди которых были Ольга Каргинова и ее сын Захар, представилась возможность освежить память о знаменитой книге Льюиса Кэрролла, которая была представлена на выставочном стенде у входа в зал. Ведь многое в этой сказке совсем не то, что кажется. Музыкальный спектакль для семейного просмотра окунул зрителей в удивительный мир зазеркалья, где все перевернуто вверх дном, а философские вопросы смежаются с неожиданными поворотами знакомого сюжета и приключениями Алисы. Представление ориентировано не только для маленьких зрителей, но и для тех, кто читал Кэрролла еще в детстве. Это сказка о взрослении, о том, как маленькая девочка вдруг осознает, что она ответственна в своей жизни за свою жизнь сама. Она должна регулировать свою жизнь и отвечать за каждый поступок, который совершает. И этот вопрос взросления очень важен. И он, на самом деле, важен для взрослых людей, потому что, несмотря на то, что мы взрослые, мы выросли, иногда мы чувствуем себя там биение какого-то маленького мальчика, маленькой девочки. Это заставляет нас вести несколько иначе, чем повел бы себя взрослый человек. Вот мы хотели об этом поставить сказку. Мелодии сопровождают зрителя во время всего путешествия Алисы в страну Зазеркалья. В постановке органично сочетаются первоклассная актерская игра, яркая хореография, профессиональный вокал артистов, государственной филармонии и уникальный набор костюмов. Я герцогиня, я дама высшего света, королик, королева, слушают мои советы, не потерплю, чтобы мне кто-то возражал. Я требую, чтобы каждый меня уважал, я герцогиня. Я писал музыку, писал конкретные песни, которые вы сегодня услышите, и стихи конкретно под каждого актера. И мы работали в той тональности, которая удобна актеру. Я бы хотел отметить, что очень важно. Мне кажется, что каждый актер поет сам. Как знаете, иногда в некоторых мюзиклах дублирует какой-то профессиональный певец человека. Если вдруг мы говорим о больших сценах мира, то здесь
на большой яркой сцене «Черкесск» все поют сами своими голосами. Это наша гордость. В мою сторону я надеюсь, что все-таки меня увидят с другой стороны. Дети в основном любят белого кролика, а тут он откроется немножко с другой стороны. И они поймут, что на самом деле это не такой хороший персонаж, каким он кажется. И открыть для них реальную историю. Авторский ход режиссера подключить к действию постановки маленьких зрителей имел бесспорный успех. Дети живо откликнулись на предлагаемый артистами живой контакт с залом. Поющие костюмированные герои сразу же захватили внимание малышей и продержали интерес до конца представления. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В республике проходит неделя информирования о важности физической активности. О том, с какой целью Министерство здравоохранения России проводит такие мероприятия, нашему корреспонденту Беле Джизаевой расскажет главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Энвер Байчоров. А наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.